Вас вітає служба інформації телерадо компанії «Гомель», у студії Маргарита Шибукова. Добрий день. У Гомелі сьогодні відзначається День міста. Разом з жихарами обласного центру удел у мероприємствах приймають і делегації городов-побратимів. По сутності, менавіта зустріча з ними, керівництва міста і почалася сьогоднішня офіційна частка урочистостей. Серед проводимих забавляльних програм – свята національних культур, вистава «Кермаш Хобі Бум», експозиція діючих роботів і презентація колекції, одіння з комплектуючих старих комп'ютерів. Які ще приємні сюрпризи чекали гомельчан і їх гостей, ведає Олег Сінцюров. Встреча с делегациями городов-побратимов у программе святкования Дня города – мероприятие практически традиционное. Сегодня Гомель имеет партнерские связи с 28 городами, причем два погоднения – с российским Магнитогорским и китайским Харбином, заключенные в этом году. Экономика Гомеля заявляется экспортно-ориентованной, и международное сотрудничество имеет для города великое значение, а тому и поступовое вертание местных предприятий на внешние рынки, которое означается в последние месяцы, необходимо лечить становчей заявой. Зараз продукция поставляется в 53 країни, причому сьогодні партнерами гомельчан упершиню стали Австралія, Гвінея, Гонконг, Камбоджа і Тайвань. Значне сподівання на супрацовництво з городами-побратимами. У приватності, першим виніком підписаного сьогодні погоднення з Харбіном стане уділ гомельських підприємств у міжнародному гандлево-промисловому кермаші, який почнеться у Китаї праз місяць. Побратимські отношення, вони несуть, як правило, і большу економічну составляющую. Вот если, например, взять товарооборот, внешнеторговый товарооборот Гомеля с Российской Федерацией, то на долю регионов-побратимов приходится около 60% этого товарооборота. С Украиной более 50%. То есть вот это реальное подтверждение моих слов. Организаторы кажут, что удивить гомельчан складано, але попробовать можно. С этой нагоды у святочную программу унесли около 100 разностайных мероприятий, многие из которых ранее у города не проводились. Проект «Упершиню у Гомеле» об усім, где город можно назвать першопроходцем. Первая на территории сучасной Беларуси Ланкастерская школа, у якой старейшие учили молодших. Первый банк, первый цирк, первая винокурня, первый пароход, первая дитячая чыгунка, лялечный театр и навыт футбол. Футбольный матч, плюс первая гомельская военно-амбудировочная фабрика. Ее створили в 1919-м с женщин Гомеля и Новоколи. Зараз это сусветно ведомая фабрика Коминтерн. Гомельчане увогуле завсёды імкнуліся быть законодавцами моды во всех сферах. На початку минулого стагодия они нават знакомитых цирульников с Франции запрошали. Подчас святкавання Дня города об этом узгадали так само. Очень модно были французские парикмахеры, которых русская знать выписывала из Парижа. Они приезжали, устраивали богатые салоны, они были украшены очень дорогой мебелью. У них были красивые зеркала, очень много парфюмерии, но это могли себе позволить только богатые люди. Фестиваль национальных культур – проект, який користується особливою популярністю. На протягу нескольких сотнів метрів – білоруська, руська, азербайджанська, туркменська, єврейська кухні. Тут же знайомство з культурою білоруських циган. Їх танці нікого не покидають обаяковим. Плюс показальне виступлення козаков – шашками і нагайками. Гомельська козацька округа була створена наприкінці 90-х. Зараз організація налічує більше 300 чоловік. Основна задача – культурна і виховавча робота. У нас є ансамбль, називається «Гуляй, козак». Ну і козаки. Сами по себе, вот сегодня ансамбль в Минске, а мы здесь, в Гомеле, все казаки собрались, и каждый казак может что-то показать свои удали. Кто-то шашкой, кто-то нагайкой, кто-то песню спеть. Кто-то станцевать. Про то, что подчас святкования Дня города отбудется презентация телеканала «Беларусь-4 Гомель», организаторы объяснили загодя. Теперь у региональных журналистов появляется махчимость рассказать об всех боках життя Гомельщины. Ранее для этого просто не хапало эфирного часу. Сдымки новых программ почалися, и уже у этом месяце их убачить телеглядачи. Надеемся, он соберет максимальную аудиторию, так как на канале будет представлено большое количество тематических программ, касающихся жизни именно региона. А как найти канал? Канал будет доступен в цифровых пакетах и у кабельных операторов. А старт вещания назначен на 3-4 неделю сентября. Олег Сентюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Сярод социально значных объектов, открытию яких примерковали до Дня города, Гомельский автовокзал. Тут завершена масштабная реконструкция, у якой укладено свыше 5 миллиардов рублей. На урочистом открытии побывала наша здымочная бригада. Кожные сутки от автовокзала Гомеля отправляются 600-700 автобусов, которые перевозят у среднем около 5 тысяч человек.
Таму об закрытии вокзала на час реконструкции не было и говорки. Работы велися параллельно и завершились у рекордно короткие термины. Основная работа, которая была направлена на реконструкцию, это благоустройство территории асфальтной, где находятся автобусы, и также перрона, где люди отправляются в свои населенные пункты. Работа была достаточно хорошо, быстро организована, и жалоб со стороны пассажиров в сторону Гомельского автовокзала никаких не поступало. Переразанне чырвонай стужкі, уручэнне ганаровых грамат будаўнікам. Яны тут частыя госці, бо ўся рэканструкцыя ішла ў некалькі этапаў. Пасля першага свой цяперашні выгляд атрымала фасадная частка. Даведацца, як выглядаў аўтавакзал раней, можна па архіўных фота. Для зацікаўленых гісторый некалькі здымкаў былі прадстаўлены на стэндзе. Вялікую розніцу адзначаюць і тыя, чыя праца звязана з гэтым месцам. 30 лет назад і даже 20 лет вакзал выглядел в плачевным состоянии. І дорога была, і пад'їзди тут даже, і балки ламались, і пока пад'їдеш. Було, конечно, стыдно за свой автовокзал. Ну, сейчас наш вокзал преобразился, площадки ровненькие и сделаны бордюры на высоте, чтобы пассажиры, особенно инвалиды, чтобы сразу с подножки ступил, вернее, с бордюра на подножку ступил, не спотыкался. Конечно, очень хорошо. Большое удобство и для нас, и для пассажиров. Імкнуцца гомельскім транспартнікам ёсць да чаго. Вядзецца арганізацыя новых маршрутаў у Санкт-Петербург і Польшу. Удасканальваецца і сервіс. Адна з задач бліжэйшага часу – гэта даць пасажырам бясплатны вай-фай. Аднак у пагоні за зместам нельга забываць і пра форму. Бо вакзал, як лічуць многія, гэта перш за ўсё вароты ў горад. Руслан Праляскоўскі, Максім Савін, Яўген Макеенка. Телерадыёкампанія «Гомель». По адресе Коммунара 8 у Гомеля теперь находится не фотоателье, а первый в городе музей фотографии. Силами лепших фотомастаков и супрацовников музея истории Гомеля на передние дня города отбылось урочистое открытие. У лику первых наведывальников наш корреспондент Катерина Сапельникова. Музей поделены на два блоки – постоянная экспозиция и зменная. Первая у хронологичном парадку адлюстровывает развитие фотоздымочного руху у Гомеля. А кроме фотографий 20-го стагодия, тут можно найти коллекцию уникальной техники. Больше за 5 годов фотографы, супрацовники музея, их сябры и знакомые собирали эти аппараты. Другий зал призначен для размещения экспозиции сучасных талиновитых фотомастаков. До речи, каждый может пропоновать свои работы, навод непрофессийные. Давайте сделаем выставку. Никаких проблем. Каким образом это происходит? Прежде всего мы отсматриваем то, что нам предлагают. Да? Если это не противоречит концепции музея, либо какого-то, не знаю, здравому смыслу, или там, хотя тема абсурда тоже может быть, почему нет. Супрацовники музея истории города Гомеля марать створить атмосферу соправдной творчей лаборатории. У планах открытие проявочного покоя. Тут сподеются и на то, что сусветно ведомые фотографы выкажут цікавость и примут запрошение наведать музей и поделиться опытом с гомельчанами. Музей должен развиваться, здесь будет большое количество часто сменяемых выставок, здесь должны быть и будут мастер-классы, которые будут проводить наши гомельские фотографы. Катерина Сапельникова, Александр Токаров, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні у Гомелі урочисто з уделом керавництва города и в области открыли апошній паукілометровий адрезок набережной раки Сож. А уже увечері он стал центром видовищного свята «Святло простагоддзі». Назва полностью адлюстровывает змест. Літерально за годину удельники свята здійснили подорожжа по истории Гомеля от середневечия до сучасности. Причем организаторы не пошкодовали сил. Усе сопровождалось яскравыми постановками. Середневечные песни и танцы, рыцарские бои, атмосфера классичных балів, сребное стагоддзе и, вядома ж, сучасность з усей своей строкатостью и разностайностью. А коли стемнело, набережную освятили огни фаер-шоу. Центральной подеей свята стало запаливание маяка. Напевно, его светло сможет стать для некого ориентиром у будущине. А зараз для жихару Гомеля открытие набережной стало святом, якой заполнится надолго. Получился настоящий праздник. Перед глазами буквально за час промелькнули эпохи начала от средневековья до наших дней. Очень творчески подошли организаторы к этому вопросу. Я думаю, что открытие набережной надолго запомнится людям. Большое спасибо всем организаторам данного праздника. Это большой подарок жителям Гомеля. Очень яркий, очень насыщенный. В
Працягваем выпуск. Сёння спаўняецца 4 гады з моманту падпісання указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб стварэнні следчага камітэта. Прынцыповае рашэнне аб аб'яднанні ўсіх следчых падраздзяленняў краіны было прынята 4 жніўня 2011 года, а 12 верасня быў падпісаны адпаведны указ. Александр Гамоля аб спецыфіцы работы супрацоўнікаў следчага камітэта і выніках дзейнасці. Александр Трофименко следчым працуе уже 10 гадоў. 4 з іх у аддзеле праследавання злачынстваў супраць асобы і бяспекі грамадства. Месца працы гэта часам другі дом, аднак разуменне, што прафесія мае сацыяльную значнасць, натхняе і прыносіць задавальненне. Особенно исходя из тех преступлений, с которыми мы сталкиваемся, как правило, это тяжкие, особо тяжкие преступления, когда выносится приговор, когда человек осужден, и имеется все основания, доказательства, и такое чувство есть, что справедливость восторжествовала. Кожны новы тыдзень гэта выклік абставінам і нярэдка даводзіцца выязджаць на цяжкія злачынствы. Факт выезда даже на происшествие, где имеется труп, уже не оставляет такой сильный отпечаток в эмоциональном плане. То есть, конечно же, это связано с каким-то уже, ну, нельзя это назвать это привычкой, привыкнуть к этому нельзя, но просто уже люди, когда идут в эту профессию, они уже готовы к этому. А когда они постоянно с этим сталкиваются, видят, они уже не так реагируют. Может быть, какой-то защитный механизм имеется уже. Добросумленная и головная незалежная праца кожного следшего и робить у целом систему эффективной, коли подыходить с позиции аховы законных интересов и правов громадян. С початку створения следшего комитета колькость воротов насельництва повеличилась, удалось скоротить колькость криминальных справ, которые вертались прокуратурой на допрацовку. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что задачи эти нами выполняются. Работа следователя требует высокой ответственности, гражданского мужества, способности принимать решения в самых неблагоприятных ситуациях. Поэтому в преддверии профессионального праздника хочу пожелать нашим коллегам крепкого здоровья, выдержки, достойного служения закона во благо нашего Отечества. С початку года у вытворчасці следчых Гомельскай области знаходзілася амаль 14 тысяч криминальных справ. Падчас папярэдняга расследавання компенсавана урону потерпела амаль на 46 мільярдаў беларускіх рублёў. У организации накіравана больш чым 4 тысячи прадстаўленняў аб ліквідацыі прычыны і умоў, якія спрыяюць учыненню злачынстваў. З моманту падпісання указа прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь аб стварэнні следчага камітэта споўнілася роўна 4 гады. Сёння ўжо ніхто не сумняваецца ў тым, што ведомства апраўдала сваё існаванне. Не толькі палепшы якасць расследавання крымінальных справ, але і ўзмацніўся ўзровень даверу насельніцтва да працы следчых. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Хор хлопчыкаў і юнакоў са Светлагорска адправіўся ў Мінск. Сёння калектыў прыме ўдзел у фінальным канцэрце агульнарэспубліканскай акцыі «Харавое веча». Напярэдадні на рэпетыцыі калектыва пабывала наш корэспандэнт Марына Сівер'янова. Адзіны на Гомельшыне, унікальны і незвычайна таленавіты. На сталічнай сцэне ўзорны хор хлопчыкаў і юнакоў са Светлагорскай дзіцячай школы мастацтваў будзе выступаць разам з самымі моцнымі калектывамі Беларусі. На харавое веча збяруцца каля 2000 удзельнікаў. Гэта, дарэчы, далёка не першае маштабнае выступленне светлагорскіх спевакоў. Калектыў пад кіраўніцтвам Галіны Ур'еўскай-Юсюковай, у складзе якога 44 хлопчыкі, вядомы далёка за межамі нашай краіны. Напрыклад, на міжнародным харавым конкурсе імя Йоханнеса Брамса, што прайшоў сёлета ва ўсходняй Германіі, ён быў адзіным прадстаўніком Беларусі. Нашы землякі, а гэта неверагодны поспех, здолелі ўразіць журы, а таксама пераборлівую публіку і атрымаць 2 серэбраныя дыпломы ў намінацыях «Светская музыка» і «Духоўная музыка». Але кіраваць калектывам, які складаецца толькі з хлопчыкаў, вельмі цяжка, прызнаецца Галіна Ур'еўская-Юсюкова. Занімацца з імі невероятна сложна. И мне, как женщине в том числе, потому что, ну, все другое. И вообще, вы знаете, мы женщины работаем одним полушарием, мужчины другим. Но невероятно интересно, потому что мальчишки преданы тебе настолько, насколько ты им отдаешь сердце и душу. И мальчик, поющий мальчик, это уникальное событие, я бы сказала так, в стране и вообще в мировом движении, хоровом движении. Большасць батьков отдае своих сынов, як прыняты ў спортивные секции. Хор, каже кіраўнік, гэта абсолютно удалое спалучэнне музыки и спорту. Кожная репетиция тягнется каля 3 гадзін, а перед ёй проводится складаная вокальная гимнастика. Але хлопчики справляются. Мне очень нравится, как наш руководитель делает, как бы готовит нас, как мы с ним работаем, и поэтому я хочу быть как он.
руководитель наш очень образованный, и мы делаем, как он говорит. Он говорит, потому что всегда правильно. Силы, которые отдают хлопчики и их керовник на амаль штодённые репетиции, безумовно, повинны компенсоваться. Выступления на конкурсах, фестивалях, концертах – это и есть узнагорода за кропотливую творшую працу. Сегодняшняя мара – удел у сусветной хоровой олимпиаде. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». На этом выпуск завершен. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.